самые популярные фокусы, это фокусы с деньгами. Значит, он так, у купюра. Меня нету денег. Не, серьезно, а что, ни у кого денег нету? Сейчас, подожди. Ну хорошо. Отлично. Итак, друзья, 500 рублей. 500 рублей, Оскар. Значит, смотрите, это иллюзия. Это иллюзия. Эвелина, это иллюзия. Сейчас будет магия. Никаких фокусов. Обратите внимание. Порвал деньги. А для того, чтобы... Нужно немножко волшебного порошка. Волшебный порошок. Волшебная палочка. Волшебная палочка. Сейчас, секундочку. Так, кстати, про что я? Про деньги. Про деньги. Мне необходим волшебный платок. Вы все думаете, что сейчас будет появляться птичка? Ничего нет в руках, дамы и господа. Она мне клюнула! Она клюнула меня! Кстати, сразу манипуляция! Манипуляция, обратите внимание! Все видят! Оп! Так! Идем дальше! Эвелина! Эвелина, специально для вас! Направление магии называется гипноз НЛП. Эвелина, смотрите на круг. Да. Смотрите в центр. Эвелина, вы прекрасно выглядите. Эвелина, откройте мне свой мозг. Откройте свой разум. Эвелина, Эвелина, покажите грудь. Эвелина, покажите. Ладно, попозже попробуем. Вернемся. А, кстати, деньги. Деньги, волшебные. Оскар, вы подумайте, что как-то не так. Итак, ваши 500 рублей. Обратите внимание. Накрываю их волшебным платком. Иногда магия звучит как скотч. Итак, тише! Тише, сказал! Вы знаете, если купюра не соберется, это будет реальность. Но сейчас у нас сеанс магии, дамы и господа! Оскар! Ваши 500 рублей. Это магия! Магия, Оскар! Отлично! Да. Сеанс экстремальной магии. Ой. Я хотел бы все закончить, но нужно какой-нибудь фокус показать, действительно. Очень популярно стало работать с ложками. Обратите внимание, все работают двумя руками, я буду работать двумя пальцами. Работа мозга. Импульсы. Иногда ложка гнется быстро, иногда медленнее. Но всегда это случается по-разному. Итак... Все видели, да? Да! Спасибо большое! Алексей Корзан!